Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные выходные! Ребятки, всем здорово! С вами по-прежнему Оверфон и Бобби, и добро пожаловать в угарную, веселую и страшную игрушку под названием Garten of Banban! Всем хашки, ребятушки! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, долгожданная вторая часть! Детский садик Банбан, часть 2! Наконец-то вышла, и сегодня мы с парнями вновь посмотрим на страшных монстров детского сада Банбан! Так что смело ставьте лайкосик, которых не успели поставить 3 секунды, у вас вторая попытка! Заранее огромное спасибо, нам с вами будет безумно приятно! Ну что, парни, вы готовы? Да! Вперед, гу-гу-гу-гу! Поехали! Итак, ребятки, мы начинаем, и тут нам рассказывают, для родителя, который ищет своего пропавшего ребенка, время – дело тонкое. Нажми на часы, чтобы перевести время. Поехали. Интересный совет. Поехали, друзья, поехали. Сейчас посмотрим, сейчас переведем все время. Итак, в прошлой серии, друзья, мы остановились на том, что упали с лифта вниз. Наш лифт рухнул вместе с зеленым монстром Джамбо Джошем. И у нас тут... пацаны. Джамбо Джош! Ребята, вон оттуда мы упали! Жесть! Вот у нас это пульт нашего дрона. И у нас есть еще тут вот карточка. И вот такой вот Джамбо Джош. Мы его придавили, друзья, лифтом, и теперь нам никак не выбраться. Придется парни искать другой путь. А почему у нас пульт какой-то пожеванный? Ну он, видимо, поломался после падения. Я думал, он его ел. Джамбо Джош? Вот, друзья, этот зеленый опасный монстр детского садика Банбан. Ну что, парни, уже интригующе, уже весело. Погнали! Погнали! Так, вставляем карточку. И проходим. О, двери открываются, и мы идем. Со страшным звуком каким-то, если честно. Натуре, натуре. Крипи, друзья, страх лютый. Дверь открывается, не напрягает. Мы с пацанами, друзья, сидим рядышком друг с другом. Я играю, пацаны волнуются вместе со мной. Налево или направо? Я не знаю. Это тоже детский садик? Но это под детским садиком мы находимся. Так, ладно, ребят, давайте попробуем. Хорошо, давайте... Я что-то нажал. Она карточка нужна найти. Вон, вот, лежит, друзья, записка еще. Карточка и записка. В записке написано. Понял, лох написано. Там не было такого. Ты что рассказываешь? Давайте прочитаем, что написано. Спасибо, игра пройдена. Что написано? Игра пройдена? Спасибо, игра пройдена. Так и пишут? Да. Так, и здесь сказано, друзья, это оно. То, что мы сделали, наконец пришло. Все ушли, и шепот бездна становится громче. Я думаю, я даже видел лицо или два, смотрящих на меня. Нам сказали, все, что бросается в бездну, умирает. Но оказывается, мы были обмануты. Если вы читаете это, прислушайтесь к моему совету и бегите. Здесь все должно быть забыто и вычеркнуто из этой истории. Короче, парни, нам знаете, что говорят? Сделай вид, как будто ничего не было, забудь и вали отсюда нафиг. Да-да, все правильно. Вот так там и сказали, пацаны. Именно так. Ну, вообще, я бы так и сделал. О! Здравствуйте! Вылез мост, парни, погнали. Так. А здесь цвета этих монстров, что ли? Парни? Дядя, что происходит? Мост, загорелись эти лампочки, парни. Так, ладно, лампочки, здесь цвета этих монстров. Ну окей, ребят, пойдем. Тестинг-сектор, сектор тестирования. Пойдем, ребят, протестируемся. А что там будут тестировать? Я не знаю, у нас ни фонарика, ничего нету. Ничего не включается, пацаны. Надо поискать, может, там какая-то карточка валялась. Так, может, где-то, друзья, мы профукали. Типа вот здесь. А вот здесь вызывай. Вот здесь я вызвал. И что происходит? Ну так иди к двери, попробуй. Думаешь, это мы дверь открыли? Ну я думаю, да. Так, ладно, друзья, давайте попробуем. Нет. Не-не-не, мне кажется, это чего-то другого. Так, что-то мы, друзья, активировали, а что, пока что непонятно. Вот у нас точно, да, это? Во. Да, вернись обратно. Подожди, теперь я активировал, да, еще раз? Ага. Да, там так. Надо понажимать, наверное, что-то. Вернулись. Были. А, стрелки активировались, наверное, мы можем управлять этим мостом. Вот оно что. Медицинский сектор, а справа сектор... О, сектор комментариев. Комс-сектор. Ну, в принципе, ты прав, да, вот комментарии. Паук реальный. The Spider. Паук существует, он реальный. Будь аккуратен, они уже здесь. Короче, ребят, если честно, что-то мне реально страшно. И вон глаза смотрят из тьмы. Это двери. Да? Это же двери. А мне кажется, глаза какие-то. Так, ребят, давайте попробуем. Тут вот есть одна кнопка. Паук реальный, и он идет за мной. О, о май гад. Так, нажали, ребят. Кнопочку одну нажали, тут нажали вторую.
Сюда можно пройти. Давайте посмотрим, что здесь. Ой. О, киндергартен. О, детский садик, друзья. Мы зашли в детский садик. Тут у нас... Вот, это ростом Бобби вот тут, вот, 9. Шестерка. Бобя, шестерка. Так, так. Ладно, предупреждение. Будьте аккуратны, монстр уже здесь. Хорошо. О, новый дрон! О, забирай. Нам надо! Нам надо! Нам надо нового дрона. Никак, парни, наверное, нам не положено. Да? Так, ладно, давайте посмотрим, поищем, что тут есть такого интересного, ребят. В детском садике мы находимся внутри. И что-то тут позвонило. Здорово, нас видят. Я так рада вас видеть здесь, и мне нужна ваша помощь в одном деле. Ого, нас кто-то спалил. Подожди, ты вообще меня слышишь? Алло? Да, мы слышим! Да! Если вы слышите, что я говорю, махните рукой в любую камеру. Салам алейкум! Вот они! Мне надо было махнуть. Камеру убери, да я тоже машу, здорово! Стрельни в камеру. Да я вот как могу! Привет! Нет, надо нажать по ходу. А, вон камера. Салам алейкум! Вон камера! Вы не туда махали! Это был громкоговоритель, да, я нажал. А что ничего не происходит? Эй, привет! Камера! Пацаны! А встань под нее, попробуй. О, я помахал! О, помахалось как-то! Само! Все, помахал! О, слава богу, я так рад, что здесь! Я думал, это конец! Нас кто-то увидел! Я осмотрелся, вошел в комнату охраны, затем дверь закрылась за мной, я застрял внутри с тех пор. О, ему нужна помощь! Для открытия нужна светло-голубая ключ-карта, но у меня ее нету. Я знаю, почему ты здесь, я могу тебе помочь, но ты должен вытащить меня отсюда. Кто там, интересно? И я правильно помню, только разработчики и рабочие технического обслуживания имели светло-голубые ключ-карты, так что тебе придется спуститься в комнату технического обслуживания и посмотреть там. Окей. Дверь, вероятно, тоже заперта, я не могу открыть ее отсюда, но у меня есть контроль над дверью в этой комнате отдыха. Ну открывай давай! Вот я открыл для тебя, посмотри, может найдешь там что-нибудь полезное. Короче, друзья, это наш новый друг, он застрял в комнате охраны, нам нужно его вытащить. Он нам откроет комнату отдыха, может быть там мы что-то найдем интересное. Вот так. Давай, о, смотри, вот они слева направо. Meet the family, запомни семью. Тут он какие страшные. А там какой-то новый злодей, смотрите. О, друзья, что-то тут злодейство лютое. Так, по идее нам сюда, парни? Ну, наверное, да. А, нет. Нету у нас карточки. Какую-то карточка он нам... отсутствует. Открыл он нам одну из комнат. А комнату. Вот это, наверное, слева которая. Сейчас мы все посмотрим. Здесь, друзья, у нас... Кассеты можно какие-то вставлять. У вас нет записей. Вот. Кассету какую-то, да, можно ставить. Так, вот он открыл здесь. Смотрите, ребят. У нас тут есть тревога. Есть вантус. А, я починил антенну! Тут можно дрон взять. Старый друг ждет тебя в лобби. Кайф, что у нас тут? Охрана, это... Давайте еще посмотрим. Нажми левую кнопку мыши, чтобы использовать свою игрушку. Ну все, парни, у нас тут есть вон. Видите, где активация? А вот он летает уже. Да, привет, старый он друг. Он готов к бою. Чтобы телепортировать игрушку в комнату. Вот, нам надо сюда его, друзья. А ну. Полетел, дружок. Есть. О. Активировали, парни. Что там открылось? И у нас открылась, наверное, какая-то из комнат. Может быть, вот это? Попробуй. А ну. Так. Это у нас не открылось, пацаны, какая? Интересно, друзья. Ах, старые добрые дроны, я потерял свою пару недель назад. Так, он увидел. Рабочие по обслуживанию использовали их для самых разных целей. Дотянуться до высоких мест, схватить упавшие в пропасть предметы и даже для комфорта. Ага. Хорошо, что у вас есть. Может пригодиться в нашей маленькой головоломке. Так мы знаем. Может быть, да-да-да. Посмотри вокруг и попробуй выяснить, как попасть в комнату технического обслуживания. Я не уверен, что могу быть полезен, но махни в камеру, если нужен мой совет. Окей. Это реально, друзья, наш какой-то помощник. Так, игрушка может быть настроена по взаимодействию с рабочими столами. Короче, нам, парни, нужно как-то это, открыть что-то, да? Ну да. Ну так, да, здесь карточки закрыто. Найти. Так вот, на стол посмотри, может, там так, что-то здесь будет. Закрыто. Сейчас посмотрим сюда. О, здесь записка. Пачки, записочка. О-о-о, Case Update Report. Итак, друзья, тут сказано, отчет об обновлении дела. Дело номер 6. Гномы, человек Гиваниум, прозвище Дьявол, краткое содержание. В общем, тут, друзья, это, знаете, что написано? Общение со случаем 6 дало бесценную информацию. Это также может объяснить, почему предыдущие дела потерпели неудачу, а также улучшить создание будущих дел. Короче, парни, тут рассказывается про какого-то монстра-гнома-человека. Слушайте. А может, ты монстр. Может, это фиолетовый тот, блин, а? Страшный, опасный. Короче, ребят, здесь говорится про страшного монстра. Ну, слушайте, парни, здесь у нас больше ничего нет. По идее, мы тут с вами все просмотрели, да?
Ну ни да. в одну комнату пройти нельзя. Может быть, тогда нам нужно попасть в другую часть вот того моста? Погнали, ну, попробуем. Попробовать. Так, а там у нас медикал сектор. Ну давайте, ребят, попробуем пройти. А вот тут я активировал. Может, теперь там, ну, что-то? Да не-не-не, скорее всего, тут для моста надо. А, ну давайте, хорошо, попробуем, друзья, тогда в медикал-центр зайти, посмотреть, что там у нас. Потому что вроде здесь, парни, мы с вами все посмотрели, правильно? Да. Ну типа того. Или мы не разгадали какую-то головоломку, скорее всего. Возможно, возможно. Так, все, поехало. Хорошо. А может там сейчас теперь открылось? Тестинг-сектор. Не, погнали в левую сейчас. Ну туда. Ладно, давайте в левую, друзья. О-о. Ой, страшно как-то. Очень страшно, парни. Очень-очень. Мне такое не нравится. Тихо, тут закрыто. Может, нам как раз-таки это надо и открыть, пацаны? Надо постучаться. Есть то? Нет, не работает, парни. Сейчас я, конечно, ну, здесь да. еще нажму. Странно, друзья. Все закрыто. Нужно разгадать где-то головоломку. Давайте, парни, подумаем, как же нам разгадать ее. Надо обратно возвращаться, походу. Слушайте, а может быть вот эти штуки загорелись, парни? Раньше не было такого. Ну, да. Мы, видимо, все кнопки, друзья, нажали, и вон, теперь эти штучки все загорелись. Может, какую-то надо нажать? А, слушайте, может, я что-то не угадываю? Может, какую-то надо нажать, пацаны, реально? Ну, нажимай. Какую-то определенную? Ты нажимаешь одной, нажимаются все. Ну да, но может, какую-то именно надо угадать? О! О, правильная угадали. Последовательность, походу, слушай. Угадали, нормально. Мне кажется, нет, мне кажется, может, мы что-то активировали, пацаны, а? Ну так мы до этого нажимали, а там не нажималось. Да, сейчас нажалось. Нет, не сюда. Может быть, правда, что-то просто открылось, а? Может быть, да дверь не, какая-нибудь не. Там открылась, где лифт? Не знаю, ты думаешь, Андрюха, что все мы должны нажать? Ну вот нажми сейчас там. Так, ну оно, ладно. Видишь, светело, походу. Окей, давайте тогда теперь вот это попробуем. Нет. Так это ж тут можно бесконечно сидеть. Ну, типа того. Так. Нет, неправильно. А как тогда угадать правильный пароль? Что я вообще, друзья, если честно, не понимаю. Сейчас мы будем разгадывать. А ну-ка, друзья, я помахал в камеру. Может, он нам подскажет, как это все сделать? Ну-ка, пацаны, сейчас послушаем, что скажут. Моя память немного размыта, но я помню о том, что руководство мешало работникам с хорошими оценками не выходить на работу позже, чем работники с худшими оценками. Чем лучше были результаты, тем позже вам разрешалось приходить на работу. Должно было стимулировать работников с низкими результатами приходить раньше и работать лучше. Естественно, это означало, что человек с наименьшим результатом будет прибывать первым. Чтобы убедиться, так всегда, система, позволяющая работникам пробивать только идеальный порядок, чтобы никто не опоздает. Ясненько. Да, эту систему не очень любили. Ну вот у нас справа. Так, вот эта система, вот эта? Вот это, да. Так, может, просто нужно понять, кто где сидел, пацаны, а? Ну да, это как понять? Где-то сидел. Они по очереди сидели, ну вот столы показаны, вот так это. Да, есть синие, есть красные, и нужно понять. Смотрите, если мы первое нажимаем, Джон, получается, он был самым этим, самым... Да, у него три. Сработало. Вот это получается Джон, да? Да, ну, первое, и потом вот в конце. Потом Дрю, вот здесь. Вот, друзья, как это работает. Есть! Теперь у нас теперь идет синий Рэйчел. Получается, вот этот Рэйчел, да? Вот. Ну попробуй, попробуй. Так. Во, правильно! Теперь у нас идет Шавьер, друзья. Шавьер. Он, получается, Шаурма. У нас вот здесь, да, Шавьер? Да. Так, теперь у нас идет 9. Рауль. Он идет вот тут. Во! Правильно, ребят! Мы гении! Дальше Мама. У нас идет Майсам. Майхэмс. А где он? Вот этот получается. Майхэмс. Все, теперь у нас, друзья, остается 12-й, HH, вот этот. Далее у нас идет последний. Кто? Все, последний получается. Последний, вот это, мы разгадали. Есть, дверь открылась. Фух, вот она карточка. С кайфом, друзья, мы еще не такие уж и плохие тугодумы, как думали. Мы все разгадали, ребят. Есть, отлично, сюда. Фух, парни, вот это интересно уже, вторая часть гораздо интереснее. Да, ого себе, у него друзей нет. Наб-наб-сейс. Это хорошо, если нет друзей, но очень плохо, что меня не любят. Так-так, шериф Тудерс сказал, запомни, тебе хана, и получи от меня респект. Ага. Круто. Так, а тут Бабян сказал, медленная улитка сказала, нужно запомнить время, оно поможет выбраться. Ладно, пацаны, идем. Нам нужно вытащить этого чела из
камеры сторожей. Ой, да, прикольно-то как. Ой, пацаны, рекомендация. Работайте в группе не меньше, чем два. Светите фонариком, будьте аккуратными, фонарики очень опасны. И будьте вообще начеку. Так, это у нас подвал, да, парни? А, это комната уборщиков. Ну, типа того. Это лабиринт, пацаны. Да. Это лабиринт. Ну а чё, надо искать выход. Ребят, мы типа в лабиринте, что ли? Ну пока изи, пока что мы бежим и пока что не страшно. Нормально, там нормально. Что-то кто-то стоит или не кажется? Там рисунки я вижу и какие-то стулья, и более ничего. А, это стулья, почему-то сначала подумал, что это пауки. Видишь, Андрюх, нагнетающая обстановка, да, здесь? Ну вот, да, как ты догадался, что это стулья? Ну издалека как-то увидел сразу. Ну ладно, друзья, мы это вроде как прошли. Это а типа... это типа туда, а это типа туда. Как это Фиолетовый работает? Фиолетовый типа обратно, а синий типа вперед. Да-да-да. Так, здесь у нас, ребят, какая-то кассета, презентация. Кстати, можно взять. Кассета с игрой. О! Потом, если что, друзья, посмотрим на эту кассету. Ну и по идее нам сюда. Ага. Нет, наверх. Она не откроется. Так, значит, наверх. Давайте наверх, парни. Желтое стекло является легкобьющимся материалом. Игрушку нельзя направлять прямо на него. А, нам нужно это, парни, смотрите. А, нажать все эти штучки, разблокировать, вот, видите? Вот смотри, там справа стекло. Ну да, стекло попробуем не разбить. Стекло разобьем в последнюю очередь. А где наш кореш? А где он? Летит пока лабиринт что. Проходит. А, вот он, все, погнали, давай туда, лети. Давай, другалек. Эй, другалек. Сейчас стекло разобьем. С первого раза, да? Так, хорошо. Иди сюда, братанчик. Сейчас мы, друзья, разгадаем. Так, давай вот сюда. Тупняк словил. Тупняк, тупняк лютый, друзья, он словил. Ну, сюда. Закинул. Сюда. Есть. Нажали. Ну и, пацаны, я его просто вот так отправлю, я не знаю. Будем надеяться, что он не разобьет ничего. Он разобьет. Не-не, вот я попал. Он, наверное, не пролетит. Надо, значит, разбивать. Ну, давайте. Ну, типа того. Давайте вот так покажем. Есть. Теперь покажем... А, вроде вообще говорил, что он разбить не может. А, я вот так нажал. Вот он полетел и разбил. Все, с кайфом, пацаны, с кайфом. Нужно просто было додуматься, куда нажать. Все, есть. Ну все, хорош. Сюда. О, о, снизу открылось. Снизу дверь. Да-да-да-да-да-да, снизу дверь открылась. И мы идем, он нас пугает. Бум. О, с кайфом. Новая карточка. Черная карточка. Тихо-тихо. Дядя Паук! Зараза! Нас съел какой-то новый монстр! Вот это страшилка! Так, у нас это... А, ну карточку мы забрали? Ага, все, а нет! А не-не, вот, забирай карточку! Все, и погнали, пацаны, и погнали! Если это, то налево, поняли? Запомнили? Да-да, я забыл! Синяя направо! Прямо-прямо-прямо! Синяя направо, розовая налево! Так, синяя направо! Синяя направо. Ага. Хорош, Димон. А, может быть, синяя, она туда, куда показывает, а левая наоборот. Все, понятно, я все понял. Итак, ребят, берем карточку и погнали. Получается, розовая обратно, синяя как есть, правильно? Понятно, пока мы думали, за нас уже все придумали. Да. Ну да. Ну ладно, друзья, попробуем розовое в другую сторону, а синяя как есть. Погнали. Давай, давай. Вперед, вперед, вперед. Бежим. Синяя как есть, друзья, будем бежать, а розовая будем бежать в другую сторону. Синяя как есть. Бежим, синяя как есть. Мне страшно. Ну не смотри, не смотри наверх. Мне страшно, мне страшно. Значит, розовая в другую сторону. Погнали. Да, да, да. Нету, да? Так, розовая в другую сторону, значит, сюда. Так, нет, нет, туда его. Фух, слава богу. Дядя, двигайся, движение. Страшно, так, значит, это сюда. Направо, направо. Оу, друзья, оу, направо. Это куда надо, это куда надо, и мы прошли, ребят, с кайфом. Все. Все, до свидания. Сзади, 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 приходит. Тихо, тихо, тихо. Что-то там ломалось, давайте-ка отсюда, ребят, все, побежали. Нафиг надо. Не, ну нафиг не надо. Ух, вот это был новый страшный монстр. Мы взяли черную карточку. А кассета? И кассету взяли. И кассету. Давай давайте посмотрим, друзья, видео. Что ж там на этой кассете? О, так, лежит монстр. Пип. Отдыхает. Лежит красненький. Знакомый банбановец. Сейчас скример будет, наверное. Тихо, бабьян. Не пугай. Все, да? Ба! А все, да? Нажимай, на, походу, все, кино не будет. А все, друзья, вот и все. Вот ну и все. Ну и ладно. Ну и все, вот такое кино. Телевизор. Так, ладно, но у нас есть, парни, черная карточка. И зачем ее нужно активировать, интересно, а?
О, друзья, слушайте, у нас открылась вот эта дверь. Отлично. Я, пацаны, подошел, тыкнул, и она у нас открылась. Хотя карточка у нас черного цвета, а дверь другого. Может, он тебе все двери открывает? Не знаю, здесь у нас написано... Если ты, если ты прочитал, тебе хана. А что это с нами? Нас вырубил кто-то. Пока мы читали, нас кто-то вырубил. Сзади причем. Дядя, ты что наделал? Тихо. Спину. Это красный, который лежал. Трезается одним выстрелом. Я получу все карточки. Я получу идеальные экземпляры. Мне не придется иметь дело с этой штукой внизу. Это он был, он нам подсказывал. Он предатель, импостер. Это все благодаря вам. Да ладно, я не так уж сильно тебя ударил. Обманщик. И, может быть, я в любом случае... Вам лучше взрывнуть, пока я готовлюсь к нашей маленькой операции. Он что, друзья, обманул нас? Да он нас закинул, мы карточку достали, а он нас воспользовался нами, ё-моё. В натуре. Мы поверили, друзья, достали для него необходимые карточки, а он нас предал. О-оу. Так, парни. Мы в морге. Или нет? Офигеть. Или опухом. Или нас закапывают, походу. В больнице. Ребят, мы где-то... Это уже не детский садик. Мы это спали... Это не шутки. Мы спали на полу. Он нас положил спать на полу. Он сделал какую-то операцию. Так, у меня... Ага, на месте все. У вас забрали ключ карты. Вы теперь бомж. Круто. Отлично. Хотя бы у нас есть наш дрон, который летает. А все закрыто. Так, ребят, ну придется это... Дроном как-то все активировать, да, парни? Давай, ты уверен, что эта штука работает? Я не знаю, но придется попробовать. Не, а вон там слева комната, что там? А, ну тут надо разбить этим дроном. Подожди, надо сначала активировать вот это, мы не активировали. Мне кажется, она не активируется. Почему? Ну, она не горит так ярко. Так и потому что тут вообще все не горит, бабян. Ну, надо попробовать. Во, все активировалось. Тихо. О. Ой. Да здравствует, свет. А что, типа нельзя идти? Туда нельзя было, друзья. Капец, вот это вообще, ребят, приключение. Так, ладно, активировал ее, пацаны, еще разочек. Теперь нам нужно как-то сломать. А, нам надо дроном, наверное, провести вот так и нажать там, может, кнопку? Наверное. А дрон туда что-то не хочет, парни. А ну-ка. Капризный какой, а. А ну, он что-то вообще, куда он делся? Эй. Эй, куда? Залетел, пацаны, теперь я его туда он направлю. Так. Хорошо, и... Вот, и теперь, если я его вот так к себе позову... О! Он же по кратчайшему пути летит! Ей! С кайфом! Сломалась дверь, и тут у нас карточка, ребят! Есть, отлично! Желтая! Такая... Желтая карточка! Желтая карточка, оранжевая такая даже! И теперь можем еще тут активировать, правильно? Ну да, лишь бы дрон слушался, конечно! Все, нажал он? Не попал, походу! О, все, активировали! Хорошо. О, свет включился. Да, свет, а тут какая-то жижа, смотрите. Да, тут, видимо, какой-то шел туда, парни, этот монстр. Ладно, активируем. Давай, активируй. Так, я нажал, пацаны. И что? А, теперь, может, можно туда падать или что? Ты уверен? Не знаю, парни, честно, не знаю. Я сейчас сомневаюсь очень сильно. Так, а что тогда, может, нам сюда? Давай походим туды-сюды. Нет, сюда нам нельзя, но у нас поменялся цвет этих крестиков. А ну, парни. Воу. Там что-то гудело, слышал? Итак, ребят, попытка номер два, но мы все активировали, мы все сделали. Теперь мы вот здесь нажимаем и... И, пацаны, мы в прошлый раз прыгнули вниз? Да. Ну да. А там вот что-то... Подожди, там лифт. А, надо было лифт подождать. Но он ходит слишком долго. А мы не поняли, ребят. Мы начали раньше времени предпринимать какие-то действия. Надо было просто подождать, пока спустится лифт. Да. Ясно. Ну, да. Все, пацаны, теперь мы можем ехать. Вот он. Вот он, а лифт. А вот он и шумел. Вот он. Здравствуй, мистер лифт. Ну все, открывай ворота. Открывай ворота, приехал. Надеюсь, в этот раз лифт не упадет вниз. Ага, надеюсь, как в тот раз, даже в первой части мы не упадем с опасным монстром. А, мы наверх, все, парни. Кайф. Ну, слушайте, все супер. Четко, друзья, едем куда-то наверх мы. Надеюсь, парни, мы с вами выберемся. Главное, чтобы никто сверху нас не упал. О, слушай, это точно, а то сейчас упадет какой-нибудь монстряка, и все, и нам вообще сразу жестко. Хана. Паучок, паучок вот такой сверху, опа. Не надо, не надо, мы уже, друзья, увидели тут монстров, они все страшные, все опасные. Да. Ого. Ух ты. Красиво. Красота, парни. Красота неописуемая. Вот, двери открылись. Ну, погнали, посмотрим, пацаны, что тут такого будет. Ну, смотри в оба. Там лежит. Не понял.
Так, не иди туда, я тебя убью. Подождите, а здесь кто, парни? Тут у нас пушка и джамбо-джош какой-то. Что это такое? А, это этот, фиолетовый который, но зеленый. Только покрашенный. Ага, у нас есть карточка, мы открыли. Отлично, давайте посмотрим, что тут. Вау! Отдыхает. Какие-то опыты. Тут были опыты над этими монстриками, друзья. За ногу схватит. Там он... Подожди, что там на столе лежит? Там еще один. А что на столе? Было, нет? Где? На каком? Показалось, наверное. Нету, Бабян, ничего. Пусто. Пусто. Ничего нету, пацаны. Ладно. Да? Так, окей, давайте, пацаны, посмотрим, что здесь. Открываем, друзья. Капец, вот это и страшно, и интересно одновременно. О, а кто их перебил? Я не знаю, они тут учили рыбу, слона, ребенка, птичку всякую там, насекомых. Тут какие-то прям реально, друзья, опыты. У него глаза не было. Ставились над этими монстрами, они тут их развивали, что-то типа такого. Так, гоу сюда. Давайте попробуем сюда, там он еще один лежит. Нифига его там. Так, здесь тоже монстрики, там у нас... Что это такое? Надо разбить, парни. Надо разбить. Надо. Здесь у нас шприц. О, хорошо. Похилимся. Мы можем, может, кого-то... Мы можем... Его можем? А ну, я шприцом в него кольну, может, парни. Не надо было? А, погоди, там что-то надо сделать. Так, друзья. О, смотри, слева гайд. Так, так. Может быть, друзья, со всех нужно взять ДНК, да, парни? Со всех этих. Ну да, мы вот желтого сейчас взяли, походу. Да, желтого взяли. Может, правда, надо со всех взять ДНК. Но я хочу разбить вот эту штуку, пацаны. А ты призови в комнату. Так вот, я призываю, что-то не летит. Давай, дядя, лети сюда. Давай, давай, давай. Во! Теперь мне вот это разбиваю. Вдруг не надо, пацаны, разбивать? Да не, надо, я думаю. Ну, давай попробуем. Да, надо, давай. Ты не разбил, парни. Ноу. Не, видите, может... Не разбивается. Наверное, сюда надо поставить все эти штуки, когда мы соберем. Давайте, ну, ладно. Можно. Погнали, соберем, друзья. Хорошо, давайте со всех собирать, окей. Так, ого, здесь... тут. О, с этого мы отлично. Собрали. Отлично. Красный есть. Красный и желтый есть. Отлично. Угу. Собираем остальных. Вот тут. Фиолетово-розовый есть, оранжевый. Без глаза есть, другалёк. Хорошо, так. Не-не, сначала вот этот, теперь зеленый. Отлично, пацаны. А здесь стоп. Капец ты, медик, Димон. Подождите, сюда идти нельзя или что? Не пересекай, иначе я тебя убью. Ну давай, идем. Давай не будем. О, я же там написано, не пересекай, да! Ребята, захавали нас, туда, короче, идти нельзя, парни. А там какая-то морда была в окне, видел, да? Вон, друзья, видите, монстрик, туда не пойдем. Ладно, друзья, так, хорошо, берем этот шприц, сейчас будем собирать, поехали. Собираем, друзья, со всех, вот это монстр, я говорил, нельзя пересекать, парни, эту черту. На, собирай жишку, бро. Так, две собрали, ребят, у нас есть, получается, уже две, хорошо, пойдем собирать дальше. Нужно как-то, друзья, победить этого монстра. Собираем остальные, собираем сюда, собираем вот сюда. И собираем, парни, вот сюда. Ну и теперь, друзья, нам нужно как-то пробраться туда. Или стойте, или нам хватает уже, парни. Погодите, так сколько мы собрали? Собрали? А надо сколько? Ну, 7. Так, а что погоди, с этой жидкостью ну... делать? А ну-ка. А, во, о, работает, парни. О, стоп. Реально заливается, прикол. Ребята, заливаются. Так, залили. Есть. И... Для работы машины требуется определенная жидкость. Да, нам не хватает одной. Скорее всего, друзья, нам нужно как-то этого монстра преодолеть. Как-то нужно пройти его. Ну-ка, давайте попробуем. Может, дроном? Ну, как-то забайтить надо. А ну, смотри, я дроном его. Сюда его. Не, не летит. Ну-ка, дрончик. Ну-ну-ну-ну. О, дрон полетел. Не, что-то все. О! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Видишь? Тихо, дрон, иди сюда. Глаз открылся, стреляю ему в глаз. О, глаз открылся, можно дроном ему в глаз зафигарить, слышите? А ну, фигарь. А ну! О, монстр, я ошибкался. Чеши отсюда, дядя. Давай, уходи, я говорю, монстр. На. И шо? Я не знаю, парни. О, близко, сработало реально. Ему больно, он за глазик держит. Блин. Надо было, пацаны, наоборот. Мне кажется, надо было подождать. Ну что, ребят, опять мы собрали всю жидкость. Теперь идем к монстру. Он нас очень пугает, но мы не боимся. И нам нужно успеть у него взять жидкость, парни. Так, давай. Поехали. Стреляем в глаз. Прям в глазочек ему, вот туда. Вот давай, 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 дрончик полетел. Я должен успеть, парни. А ну, ну. О, забрал, забрал, забрал.
Skyfall! Skyfall! Ебой! Ребятки, отлично! Так это мутант мутированный, вот этот маленький, только большой стал как-то. Походу, я не знаю, Андрюха. Так, и теперь мы можем, друзья, заполнять. У нас есть абсолютно вся жидкость. В этот раз мы взяли абсолютно все. Давайте посмотрим, пацаны. Отлично, поработали. Отлично! И последний. Есть! Заполнили. Ну. Так. О! Что это? Фейерверк! Это для него, походу. Это, друзья, наверное, Бобис прав. Это надо зарядить в пушечку, да, Бобзяк? А ну, ребят, заряжаем. И шо? Давай ему прямо в лаз, ребят. Нафиг, лошара. Кайф, ребят, вот это мы ему зафигарили. А то он как бы не свалил, нам туда надо очень сильно. Вон, там, конечно же, комната. Или, может, сюда зайдем к нему? Да, вон яблоко лежит. Ну и так надо. Не-не, или сюда нам надо? Давай сюда. И сюда, наверное, нам можно сходить. Не, может, не пойдем, пацаны? Да, давай. Бери яблочко, сходи, покушай, сынок. Какое это кепка? Какое яблоко? Ой, яблоко, это какая-то кепка. Где яблоко? Это кепка? А, кепка, реально. Так возьми кепку. Вот, чё? Это кепка. Я ее взял. Так на ней плетать можно, ты чё? Всё, у нас теперь есть кепка, друзья. Так, а ладно. А ты в темноту не зашёл. Не-не-не-не-не, друзья. Не-не-не-не-не-не, спасибо. Этого нам не надо. Мы, походу, и так сейчас пойдем туда. Розовая. О, не, фух, розовая, это нам обратно. Фух, ребят, с кайфом, ладно. Погнали, откроем дверцу. Вот это, блин, страшилка. Вот это приключение ужас. Лютое. Люто, страшно, друзья. Ладно, активируем. И где мы, пацаны? И куда мы? Никого нету. Ой, мне это не нравится, такие коридоры. О, парни! Мы пришли на разводной мост! Мы вышли из медико-центра! Это был медико... Ой. Это был... Это кто-то или нам показалось? Это был Иди отсюда, не медико-центр, друзья, это был похож на Тамуса. Я сначала тоже подумал, что это какой-то паровозик Томас. Ёкарный бабай! Ребята, я думаю, что на такой забавной, угарной ноте можно закончить нашу сегодняшнюю серию. Видимо, там еще очень долго, и мы все это, конечно, пройдем, если вы захотите. Пишите об этом в комментах, снимали ли нам продолжение. Но вот такая вторая часть, мега страшная, мега интересная. Ну а с вами сегодня были Овер и Фоня, и Бобби. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылочки на канал парни есть в описании. Смотрите их видосики и стримы. На такой страшной ноте мы заканчиваем. Всем спасибо, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.